Каждый год 25 января студенты со всего мира, которые учатся в российских вузах, тоже отмечают Татьянин день. В Твери иностранцы выбирают вузы, которые давно зарекомендовали себя на высшем уровне. Молодым людям приходится не только учить русский язык, постигать науки, но и приобщаться к нашей культуре, традициям и обычаям. Но некоторые вещи для студентов все равно остаются непонятными, о чем они с удовольствием рассказали нашей съемочной группе. Практически в каждом высшем учебном заведении Твери учатся иностранные студенты. География места, откуда они приезжают, обширна. Индия, Африка, Ближний Восток. Так, в день студента нам удалось встретиться с Луишем Франтишко. Он приехал учиться в Тверской государственный технический университет из Мозамбика. Сейчас парень на третьем курсе инженерно-строительного факультета по направлению автомобильной дороги. Рассказывает, что поначалу самым сложным был языковой барьер. Трудно было, во-первых, язык, когда я в вузе поступил. Это вообще было сложно. Форма обучения. У нас другая система. Например, здесь 5-балльная система оценка. Но у нас от 0 до 20. Ну, я уже привык. Конечно, наибольшее впечатление у большинства студентов, кто приезжает в Россию из южных стран, вызывает не национальная кухня, архитектура, а погода, а точнее морозы. Луиш до приезда в Россию никогда не видел снега, но это стало для него удивительным открытием. Я был поражен, я никогда не видел снега, я увидел, я потрогал, но я был счастлив за это. Уже 2 зима прошел, я чуть-чуть привык. Эммануэси тоже приехала учиться в Тверь из Мозамбика. Ее будущая специальность – промышленное и гражданское строительство. На вопрос, почему выбрала обучение именно в России, говорит, что из-за качества образования и научных достижений. Я выбрала ДВГТУ, потому что во всем мире мы знаем, что Россия известна большим научным университетом в области физических, математических, естественных наук. И ДВГТУ не исключено. Девушка рассказывает, что если после окончания университета будут выгодные предложения по работе в России, то вполне может остаться здесь жить. А морозы ее не пугают, к ним она уже привыкла. Я бы сказала, это не просто, но и не сложно, потому что я уже привык к этой температуре. Но это очень сложно, выходит много одежды, да, но пока нормально, да, я уже привык к этой температуре. Возможно, в последующем именно эти студенты продолжат традицию строить международные отношения через тех, кто знает русскую культуру, жил и учился среди людей разных национальностей. А пока главная задача – успешно закончить университет и как можно больше узнать о России.